сынок. Это папа. Юность в опасности. Беги. Это связано с юностью. Тебе надо куда-то свалить на время, пока это все не проснется. Родин думал о будущем. Вербовать становилось все опаснее. Узнать, кто за этим стоит. Понять вообще, что происходит? Что там, юность? Пускай он нам объяснит, что происходит. А вот наш герой. Не стрелять, работаем. Залезай! Хоть что-то объясни. Ты же сам позвонил. Живучий вы дед. А знаете почему? Что же вы за поколение такое? Все про себя слили. И они будут готовы выполнять любой свой приказ. Поэтому тебя допрашиваю. Кому ты поговорил? Пошла она в жопу! Да я сейчас не жалуюсь.